Всем привет, Лапа с вами, и сейчас я сделаю обзор на отличный мод. Я бы сказал, даже уникальный в своем роде мод Little Maid. Маленькие горничные, просто чудесный, нереально крутый мод. Вы только посмотрите, какие существа добавляет этот мод. Это горничная, которая вам будет помогать в вашем мире. Это просто нереально. Вам нужно попробовать установить этот мод, и вы сможете понять, насколько это полезный, классный мод. Это супер. Значит так, давайте я сначала призову, чтобы вы посмотрели. Вот так вот, пример, вот 4, да? 4 горничные. И сейчас, чтобы они следовали только за вами, нужно дать тортик. Они за тортиком пойдут. Вот пример, как сейчас. Они любят тортик. Да? Да, они любят тортик. И начнем с первой. Второй. Третий. Упс. И тебе. Вот так вот. Теперь они будут только ваши и будут ходить за вами. Значит так. Еще. Горничные появляются, то есть стандартом в мире, и их можно найти достаточно легко. Достаточно легко. Что они могут? Да, много разных вещей. Как разносить вещи и помогать вам. Да, очень много, действительно, очень много полезных вещей. Значит так, давайте мы посмотрим вообще, что они могут сделать. И вообще, что можно с ними сделать. Для начала, мы можем покрасить их волосы. Вот пример, вот посмотрите. Классная, сексуальная горничная в Майнкрафт. Вот пурпурный цвет, фиолетовый цвет, вот пример. Значит так, и сейчас я призову еще одну Little Maid. И у нас будет 5 горничных. Значит так, давайте мы посмотрим вообще, что здесь есть. Конечно, сахар — это что-то нереальное. Вы посмотрите, что они делают. Они просто дуреют, если видят сахар. Это прикольно. Значит так, что можно сделать, попробовать? У каждого, конечно, есть свой инвентарь. И можно сделать вот такие вещи. Пример. Дать защиты. На максимум можно дать защиты, и это круто. Пример, дать алмазный меч. Но это мы чуть позже. Сначала мы дадим сахарку. Потом зайдем, положим меч и заберем сахар. И у нас появляется супер-супер меч. Супер меч, которым управляет горничная. Это круто. И это еще не все. Пример. Мы ложим паучка, спавним. И смотрите, что происходит. Они атакуют. Горничная с алмазным мечом, с алмазной защитой атакует паука. Это круто. Вы только посмотрите. Это чудесные защитники. Чудесные защитники на охоте. Вы посмотрите. Давайте еще раз. Давайте. Молодцы. Давайте еще одного. Молодец. Супер, я считаю, супер. Конечно, можно красить различные цвета. То есть выбор действительно огромный. Практически, я думаю, все можно цвета, которые существуют в Майнкрафте. Тортик сначала нужно дать, чтобы это существо уже следовало за тобой. И сахар. Сахар — это как бы... Не знаю. Но они дуреют от сахара, конечно. Вот так вот. Давайте еще. Ну, зомби можно, конечно, но зомби просто... Они сейчас быстренько завалят. Давай, молодец. Такая блондиночка. Блондиночка завалила. Ну, давайте еще раз попробуем. И атака. Давай. Так, и еще раз паучка. Давай. Классно. Давайте еще призовем. То есть, практически, она, конечно, сразу начинает следовать за тобой, но нужно дать тортик, как я говорил, и все. После этого никаких проблем. От сахара они, конечно, вообще дуреют. Вы, думаю, уже видите. И что еще? Даже если вы в творческом режиме и захотели переместиться очень быстро, например, вот аж сюда.
И они прям телепортируются к вам. Они прям телепортируются к вам, эти горничные. Это что-то нереальное. Вы посмотрите только, куда бы вы ни пошли, где бы вы ни были. Не знаю, насчет ада, конечно, это еще нужно протестировать. Как они вообще в аду, но, наверное, лучше не нужно туда их таскать, потому что это будет жесть. Это будет жесть, да. Давайте сюда. И ко мне. Ко мне. Одна есть. Где все? А вот и все. Отлично, молодцы. Классный мод. Мод будет в описании, то есть ссылочка на тему, где все описано, как установить. И действительно, я вам рекомендую установить, потому что это просто жесть. Это просто жесть. Таких модов я еще не видал. Значит так, давайте протестируем, как вообще здесь можно что сделать. Дадим сахар. Сейчас зайдем в инвентарь, положим факела и заберем. И как вы видите, эта горничная пройдется везде и поставит факела, чтобы куда я ни пойду, был свет. Это круто, вы посмотрите. Молодец же, молодец же. Круто, круто. Давайте мы сходим сейчас к нашему чудо-чудо-чуду. Давай, иди сюда, иди сюда, иди, иди ко мне. Давайте, в атаку, в атаку. Молодец, давай, давай, атакуй, атакуй скелетов. Давай, молодчинка, молодчинка. О, здесь атака. Давай, давай, давай. Криперы, криперы. Аккуратненько, аккуратненько. Вот так вот. Вы посмотрите, везде стоят факела. Это чудесный помощник. Чудесный помощник. Так, не забывайте попробовать, потому что это того стоит. Спасибо, ребята, за внимание. До новых встреч.